Всем привет, с вами Наталья, и сегодняшнее видео будет о красоте, о природной красоте, которая меня окружала во время небольшого весеннего отдыха. В этом видео я покажу красивые цветы, которые вырастила моя мама. Услышите также пение птиц. Всем своим зрителям хочу пожелать хорошего настроения, побольше отдыхайте на природе и заряжайтесь позитивом. Всего вам доброго и увидимся в новых видео.